сайт «Зараз.Інфо». Лисичанам, по всей видимости, тротуары в центре города не нужны. Вот так Лисичанск теплосеть сорвала асфальт, сделала свое дело, поменяла, возможно, трубы и оставила город без тротуара, центральную часть города. Сейчас спросим в центре. А скажите, вы каждый день здесь ходите? И как вы считаете, Лисичанску тротуары не нужны? Даже детям негде на самокате кататься. Не хотите передать привет директору Лисичанской теплосети, городскому голове, депутатам? В каком качестве передать? В данном случае теплосети срывали. И чем вы недовольны? Какие есть жалобы на данные коммунальные предприятия? Вода не постоянно, с перебоями. Теплосети выключили отопление очень много. Спасибо. Здравствуйте. Вы каждый день здесь ходите? Да. А скажите, вас устраивают вот такие тротуары? Нет, разбитые. Нет, конечно. Привет не хотите передать, кто за это отвечает? Как малышу по таким дорогам ходить и кататься на самокате? Конечно, плохо. Ясно, спасибо. До свидания. И вот у нас преподаватели из института. Как вы каждый день в университете, каждый день, как вам ходится по таким дорогам, тротуарам? Ездится. Ну, ездится, в данном случае мы говорим о тротуарах. Вскрыли еще на 9 мая. Закрыли это этот тротуар. Вопрос, понимаете? Прошло 3 месяца. Это риторический вопрос. Поэтому вы меня что, снимаете или пишете? Да, снимаем. Сайт «Зараз.Інфо». Привет коммунальным службам, директорам. Не то, что привет. Я абсолютно не выполняю, как хотят выполнять. Спасибо. Добрый день. А вы как считаете, вы каждый день здесь ходите по тротуарам? Сайт «Зараз.Інфо»? Нет, не каждый день. Ну, вы считаете, это нормальные тротуары? Нет, конечно. А кто вам скажет, что это нормальные тротуары? С этой стороны. У нас, по-моему, ни дорог, ни тротуаров. Вот по таким тротуарам жители Лисичанска в центре города каждый день ходят, ездят на велосипедах. И все их, наверное, устраивает. А это вообще самый центр проспекта Победы. Возле комплекса мемориального танк покажем, что он рядом. Вот в таком состоянии центр города. Привет всем директорам коммунальных предприятий города Лисичанска, городскому голове и депутату. Делайте что-нибудь в городе. Мы от вас дождемся работы эффективной.